Ой, наконец-то мы через 20 лет встретились, друзья, бывший главный архитектор города Черкесска, Нагаец, Иса Индралиев и Карачаевка, поэтесса Байдымат Кичерукова. Я очень рада, Иса. Что-то ты хотел сыграть, я не знаю что, ну-ка расскажи, спеть. Ну, для тебя, Байдымат, я одну песню спою, песню Визбора. Визбора, очень приятно. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Их не печален ручей буянтарной сосны. Пеплом несмелым подернули с ули костра. Оставаться пора, а нам надо встречаться. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобой? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобой. Не утешайте меня, ни слова не нужны, не бразды скату до ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Солнышко лесное, где в каких краях встретимся с тобой? Браво, браво! Спасибо большое, Иса. Спасибо, спасибо, мой дорогой.